Всем приветушки, ребятушки. Куда приехали-то мы? В Сочи. В Сочи? А зачем? Отдыхать. Отдыхать или работать? Отдыхать. Точно? Так, второй этаж. Смысл в чем? Сломано фрамужное алюминиевое окно. И мы приехали его чинить. Вот у нас ручка и стяги. Тут целый пакет от веток, запчасти от ручки, стремянка, инструменты. Мы сейчас идем в Сочи, да, называется торговый центр. Идем искать наше собственное окошко. Где тут вход? Не поймешь, ладно. О, вот вход. Сейчас поснимаем там. Так, окошечко мы наше нашли. Вот оно, оказывается, такое маленькое. И в таком виде вот находится. В полуоткрытом, полузакрытом. То есть это край отжимается. Давай отвертку. Так, а это что за конструкция здесь? Плоскую? Ну, плоскую, да, отвертку и молоток. Интересно. Интересно, как так получилось? Вторую нитку поставили, что ли? У пакетов. Так, давай сюда сую. И сюда бей в эту сторону. О, открыли. Да. Так. Здесь у нас какая-то фурнитурка стояла. Ладно. Мы сейчас ставим сюда ручку нашу. Нашу ручку. Универсальную. Как обычно, мы используем ручку Сатурн. Поставим единую тягу. То есть у нас будет перемещаться. Не из двух частей будет так состоять, а из одной. Все, сейчас вот эту штуку вытаскиваем и собираем. Причина поломки получается у нас вот эта штука. Приемник ручки, вот мы одну сняли уже, треснул вот в этом месте, треснул, соответственно, ручка больше туда не фиксируется и не ходит. Вот так как она не ходит, она просто развалилась у них. Сейчас вот это снимем, вот тоже видно трещина. Все снимем. Так, самарис надо убрать только. Так, самарис мы убрали, вытаскиваем. Вот классическую поломку. Вот эти пластиковые запчасти, они, блин, не знаю. Ну, хотя тут и стропка-то маленькая, вроде усилия небольшие, но, тем не менее, вот они ломаются. Так. Мы берем одну тягу. Сюда цепляем цапфу. Сюда цепляем цапфу. И сюда цепляем приемник ручки. Ставим ручку, ставим ответки. Эти ответки убираем старые. И вот, чик-чик, сейчас надо обрезать будет. Ответки откручиваем, а вы спросите меня, почему в руке зубная щетка. Потому что здесь набивается пыль в пазах. В этих пазах, вон сколько пыли. Это надо все счищать. Щетка самый идеальный инструмент для этого. Открутил? Фу. Ручку мы собрали после покраски. Отмеряем тяги. Вступаем на условно сантиметров 6 от углов. Отмечаем карандашом, где мы будем ее пилить. Вот так ее обчикаем. Так, ну и собственно все, давай обрубай ее по метке. Ну, кусачком, да. Какая-то парикмахерская. Давай. Ну, плюс-минус, да. Ты не ту часть обрубил. Нет, эту, точно. Так, прям как она сейчас у нас подходит. А как не ходит, надо ее подправить. Так, вот мы тягу нашу обработали. Расшпилим напильничком. Все, у нас теперь сейчас заходит. Сейчас здесь делаем отверстие такое же вот, чтобы нам цапфу подцепить. Вот, и после этого можно будет ставить приемник ручки. Так, отверстие мы сделали. Берем сюда 8 миллиметров, кстати, если что. Одной рукой, раз. Берем цапфу в среднем положении. Берем винт. Закручиваем. Ничего не получается. Давай, ты что сидишь-то? Я что тут все делаю?
Поджимаю ее и прикручиваю винтом. Вот винт, вот отвертка. Это отвертка. Засмотрелся там на препараты девичьи. Все, затянул? Тут все. По центру надо? Да без разницы. Так, теперь мы ее одеваем на место. Так, и смотрим, где у нас будет ручка. Бери ручку и бери карандаш. Ручку сюда вставляй. Убедительно, чтобы совпали отверстия. Так, у нас куда идет она? Держи ручку. Туда, значит, маленько смещаем. Вот так вот. Все, здесь делай точечку. Нет. Ну вот, да, посерединке, да. Все, ручку убираем. Так, вот это место мы ставим приемник ручки. Опять же, берем сверлим восьмерочкой. Что-то у меня смещается как-то. Так, где у нас приемник ручки? Вот он. По сути, это такая же сафа, только со скошенными гранями. Давай, втыкай. Вот это. И перпендикулярно. Ну-ка, покажи, как она встала. Нет, видишь, она маленькая не встала. Надо маленько раздраконить дырочку. Так, давай. Посмотрим твою мелкую модельку. Ну, закрутил. Перпендикулярно. Да. Затягивай посильнее. Нет, я это просто поставил сначала. Так, теперь гляди, надо капнуть сюда смазки. Ты ее доставал? Да, доставал, да. Так, намажь на гребенку просто, полоска. Чтобы работали все хорошечно. Как ты мажешь? Она смазана уже? Она просто замерзла. В течение месяца мая. Все, сую ее сюда. Как, сверху? Да, сверху. Да. И заглушка вот так ставь. Вот она. Угу. Так, теперь берем винты. Берем винты. Блин, никак его не могу взять. Берем отвертку, берем вот эту штучку. Берем тягу. Вставляем. Нет, не так. А хотя так, да, что-то я. Вставляй ручку. Вставил? В отверстие попало или нет? Так, теперь вот эту штуку ставим. Хотя можно ее и не ставить. Ну да ладно. Мы ставим винт. Потом подтянем. Да, все работы сам геморройные, прикрутить ручку получается. Вот видишь? Давай втыкай. Вот дырочка, видишь? Не, не в эту, не в эту. Да. Все, попал. Угу. Вторую. Вторую винт обязательно надо закрутить еще. Чуть-чуть нажали? Да, давай другой. Так, я пока поищу маленькую отверточку. Отверточку нашли. Затягивай сильнее только. Все. Так, и что у нас получается? Когда мы ручку закрываем, у нас смещается в эту сторону, значит, нам надо карандаш теперь. Все, принцип простой. Отмечаем, где у нас будут стоять ответки. Все.
Так. Давай, бери шестигранник, 2,5. Беленький. 2,5? Да, это нет, нет. Вот первый, который ты вытягивал, это он был. Так, ставим. Где у нас была отметка? Вот она. И затягиваем. Часовой закручивать. Все? Так, теперь еще одну. Надо дотянуть, наверное. Все, не перестарайся. Вот это. Давай. Все. Как тут и было. Даже мягко работают ножницы. Прикольные ножницы, кстати. Как они только отщелкиваются, непонятно. Никак, похоже. Ну да ладно. Все, работу выполнили. Все. Все работает. Все. Всем пока.